Сегодня центр Киева был окутан дымом. По улицам города с зажженными фаерами прошли члены националистических организаций, а также силовики из полка «Азов». Конечная точка маршрута – здание Верховной Рады. Подрывы в петард, радикалы потребовали от депутатов не проводить выборы в районах Донбасса подконтрольных властям самопровозглашенных республик. В противном случае пригрозили вернуться и разогнать парламент. Охрану Рады усилили, но стражи порядка в происходящее не вмешивались. Напомню, проведение выборов в Донбассе предусмотрено Минскими соглашениями.